Ого, не тебя. Давай, покручивай. Да не, не так. Ой, идет, идет. Руслан, он идет. Что идет? Ого. 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 Вот это Геракл. Хорошо. Ой, пошел! Пошел! Он двигается! Жека, ты со своей палочкой! Пошел! Не, Жека палку подложил. Не мог сзади. А вот и яма классическая наша. Влажу я в нее, влажу. Не еду. Руслан волну пускает нормальную, конечно. Я первый раз вижу, чтобы по этой луже вот так вот уверенно ездила машина. Я никогда не видел, чтобы поезжали с нее, потому что выехать с нее... Ёлки-палки, это невозможно. Выехать с нее невозможно просто. Эта рулевая рейка забирает... Весь горб счесывает просто. Блять, посмотрите, куда она упирается. Просто в землю, в планету Земля. Не дави руль. На руль не дави, подлёшь, ма. Ты толкаешься. Не-не, эту машину никто никогда не толкал. Ты видишь, что он делает? Руслан, выйди, глянь, что происходит. Просто выйди, глянь. А сзади что? Давай назад выйдем. Дайте следы просто. Контраки нужны. Бери с линейкой. Там надо лопата, а не контракт. Да. Просто равняет дно. Вот, теперь назад. Ёлки-палки. Проровнял. Вот. Вот.
никогда не видел, чтобы отсюда кто-то выезжал, никогда. Это невероятно просто. Просто невероятно. Ну все, все, конец. Руслан, это было невероятно. Давай, давай хотя бы одним, одним колесом, одной стороной заедь. Давай, так сзади машину не стоит. Ну Руслан просто землю толкал. Это, блин, я не знаю, как это замерить, показать. Ну это просто жесть. Да. Руслан, ты нас всех вот этими поделал. То есть, получается, глубина колеи с размером колеса. Вот если к земле приложить, то вот колесо не два. Задняя, Руслан! О! Пойдет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О! Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Заново повторяем! А есть у кого-то лопата? Паша, есть лопата? Макс, дай лопату. Нет? Я ему хочу дать шанс. Что он наделал, ты видишь уже? Глянь. Короче, яма приняла форму ваза. Горишь? Если закапывать, то есть лопата. Смотри, учитель, играющий тренер. Играющий тренер, да. Наставление. Сейчас вот после этих наставлений машина должна уехать. Это называется адреналин. Она уже все равно на посредство. А, он застрял? Есть лопата? А ну, нету. Так, помощь подоспела. Ну что, думаешь, есть шансы? Я уверен. Лопата мощная. Лопата мощная, я, да, говорит. Я бы сказал, мощнейшая. Да. Не, ну проверенная на самом деле. Вот здесь бы джусибишка не помешала. На самом деле, джусибишка. Пусть она остывает. Только один павлик, потом один. Не-не, я видел просто. Если второй человек будет помогать, будет быстрее. О, еще одна мощнейшая лопата, глянь.
Вы как договорились вроде. Слышь, я включу это в ускоренном, чтобы, ну, вроде вы это сделали за... За 2 минуты. Да нет, за 27 секунд где-то. С музычкой. Да, да, да. В каком-то в ретро-стиле будет музыка. Лопаты же ретро у вас, правильно? Самураем-то ты унизишь всех тогда, Леня. Ты тут накопал уже, как я тут проеду? Не-не, я тебя разровнял наоборот. А ты не попадаешь, у нас разная колея. Глянь, следы сбоку я пытался заехать, видел, есть. Он расширяет, вдруг машины больше приедут. Адреналин прошел, хуже стал ехать. Весь мой трамплин вымывает. Блин, вот так вот разбиваются мечты, скажи. Да. Просто не, даже не о скалы, он а... Сломал просто, не, о песок. Не о скалы, а о песок разбил мечту. Песчаные замки. Вот, там листья вся выйдет. Интересно, как долго он так смотрит. Еще разок. Не, мне интересно, если я поеду по самым краям. Я думаю, уедешь. Я могу попробовать проехать именно так. А я ему так и говорил, видишь, он соскочил. Ну да, он, блин, не может туда попасть так. Масло, да? Легенды шатают у вас. Короче, Рус влип. Ну что, влип, очкарик? В натуре, да, габариты горят. Да, он одной ногой на тормоз жмет, одной на газ сюда. Ну копай! Я еще хочу поехать. Давайте его вытащим. Ну понятно. Чуть не проехал, блин. Класс! Зайди в болото и сзади его. А получится? Смотри, кажется, так, он вставлял шрусто, да? Ого, не тебя! Давай, заплакучивай. Да не, не так, не то движение. Ой, идет, идет! Руслан, он идет! Что идет? Ого! Ого! Ого!
Вот это Геракл. Руслан, раскачивайте. Другое движение сделай. Помогай, Лёль. Как я просил. Какой у нас радиатор? Лёнь, ну ты на дуре не качаешь, а и... Нормально качает, смотри. Так обучивает вокруг. Ну ладно, ты сядь, Лёня будет так качать. Не, ну Руслан нормально поднял УАЗик. Лифтанул, можно сказать. Спереди надо приподнять. Так надо же передачу заднюю. Не, пускай вперед идет. Чтоб задавил меня? А можешь под колесом продернуть, Рус? Попробуй спереди. Посмотри, что творит. Сзади вроде нормально. Ваня, иди ко мне. Я не могу, я в кроссовках. Садись на спину, блядь. Будешь толкать. Я отсюда буду толкать. Давай. Посмотри, что творят. Женя, толкай с третьей стороны, Жек. Толкайся оттуда. Подровняй руль чуть-чуть, Макс. Достанешь? Давай-давай, он сходит, глянь. Хорош, хорош. Давай-давай. Да вот, еще третий подошел, ребята. Не, ровнее, Макс. Макс, садись, газуй, наверное. Давай. Блин, я такого кина еще не видел. Сейчас задние колеса, чтобы не выскочили из ямы. Эту яму так еще никто не шатал. Я отказываюсь. Тут банкет. Жека, хочешь перепрыгнуть? Ну да, ус. А, ВЛ-200 сзади. Блин, ну его почти. Смотри, колесо может выше. Там мотор. Если она пойдет, то текай, Руслан. Спину ровно держи. Ноги пошли. Давай руками пробуем. Бранчерой. У бородача в кузове. У бородача в кузове. Ивана, там веревочку. Брось. Зеленую дай нам. Большая рука. Ой, идет, идет. Как там у Криса дела? Что он говорит? Все хорошо. Ой, пошел. Пошел. Он двигается, Жека, ты со своей палочкой. Пошел! Не, Жека палку подложил. Смотри. Руслан, расчищай ему. Лянь сам едет. Иди, иди, иди. На. Давай, давай, давай. Иди, 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 иди. Мой хорошенький, иди, иди, иди. Давай, давай, давай. Да, в натуре. Ну помоги! Ну помогите ему! Гляньте, как человек старается, блин! Идет, идет, идет! Подождите, чтобы не укачало меня! Давай, шатай! Я быстро встаю! Мост, да, я понимаю, надо бы там подкопать. Еще назад, еще назад. Ты, если хочешь, вот этот бугор? Да, надо подровнять. Стой! Рус, дай покопать! Стоп! Сейчас Витя именно вот этот бугор снимет. Где моя лопата? Вот твоя лопата. Блин, вы смотали вы меня! Да? Не-не, стой, Руслан. Ну так не светит. Ух, блин, чуть не лопата. Чуть не застрял. Да это чтобы нагрузки не было на мышцы большой. Надо протектор. О, там нормально, да, ведь. Давайте шланги будем чистить сейчас протектор. Другой, Витя, с другой стороны яблоко там, видишь?
Яблоко с другой стороны, справа, да. Не, ну... А где луковица, ты... справа? Да, да, луковица справа. Вить, там можешь не копать. Копай вот, где луковица будет. Газюры дает, даже накапывает. Там горд. Вот, вот она. О, Витя, вот там надо копать. Не докопал. Ой, назад. Он теряет динамику из-за того, что... Да, хорошая жижа! Он уже не доезжает. Надо было раскатать, а он получается, да. Задним колесом попадает сюда, передним упирается там. Руслан, попробуй еще. Ага. Еще назад. Смотри. Вроде и задний висит, и передний, да. Там надо... Короче, что хочу сказать. Человек разрывает машину свою, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Вот такой разрыв техники, ресурс вот так вот просто убывает. Ради того, чтобы вы подписали, поставили лайк и что-нибудь написали ему. Это все ради вас. Сидите там на диване, отдыхайте, кайфуйте. Сейчас мы это... Размешал хорошо. Очень капитально. Такой нормальный раствор можно иметь. Да. Хорошая бетономешалка. У тебя хорошая Блин, засмотрелся и не снял. Блин,
чуть не проехал. Ну что, как ощущения, Руслан? Это жесть. Ну да, такое оно там совсем скользкое, да? Глубокое. Да, вот так мы покатались. Нормально вышло. Ну, чуть не проехал. Говорю, колеса надо менять маленькие. Так, друзья, ну вот такая эта яма. Видите, тут просто какой-то цемент. Даже по цвету, обратите внимание. Ну, тем не менее, поборолись, почти проехали. Немножко испачкались тут. И в салоне, и снаружи. Ну, это мелочи. Сейчас поедем спасать. Там L200 и патрол где-то застряли. Вот он, главный спасатель Малибу и Киева.